Друзья, всем привет! Наверняка вас давно интересует вопрос, когда нам нужно использовать инговую форму глагола, кроме времен группы continuous, то есть продолженных времен present continuous, past continuous и так далее. Рассказываю. Есть определенные группы глаголов, после которых используется именно эта форма с инговым окончанием. Например, like. I like walking with my friends. Люблю гулять с друзьями. Или love. I really love eating out. Люблю поесть вне дома. Или prefer. I prefer watching films in the cinema. Предпочитаю смотреть фильмы в кинотеатре. I hate doing the housework. Ненавижу делать работу по дому. Расскажите, а что вы любите или не любите делать с правильной формой глагола?